Сагатир Штома Кушак Балсар, Садуара Шеха и Савада Шардара Хадива Гюрий Трутнев, Республика Шарлова Гима Бабра Кото и Мама Шона Курорт, Умайволдайма, Республика Социалона Шанива Камани Шахам Объекта Дара, вице-премьер Фанашан Кота, Нартака Юахчак от Тагал Куама Кушой, Сагатир Штона Рай Раштал, на Республике Авналанта Хоржешта, Савар Хацакта Марсадашта Уитахай Балвартар, Навасхаща Тармаджа. Алагир района фида на курорт мамы шона на ридаган куштата кот саунс уй бабара кота Юрий Трутнев. Хисавады шардара хадива гар кашт фажуатма. Узанза сафанда афондар чи куша ахам туристон комплекс. Умай волдайма кут бафи пайта автома ебна тар раштав жаршту. Амая арзонган антам гашка на майен иш анакан дуне и унагахам башгабнатул. Для этого мы приехали, чтобы вместе определить те направления, в которых мы можем поддержать республику, для того, чтобы развивалась экономика, лучше жили люди. Мы попробовали пройтись по основным направлениям. Мы поговорили о развитии курорта Мамисон. Я там сегодня был. Считаю ситуацию уникальной, потому что там совершенно уникальный рельеф для развития горных лыж. Кроме того, там есть исторические памятники, которые точно будут привлекать людей. Есть источники минеральной воды. То есть там такой получается комплекс, который надо развивать. Мы договорились о том, что в течение 2 недель наши коллеги из Минэкономразвития, Минтуризма вместе составят, обязательно вместе с руководством республики, составят график реализации, постаравшись его компактировать, чтобы это мы не на долгие годы вперед когда-нибудь построим, а чтобы вот как можно быстрее, интенсивнее шла эта работа, потому что этот курорт, конечно, нужен и республике, и нашей стране. Бира профилон курорта Араштат Дуамин Дуан Дкагамажма Фада Трацан Дуамин Нокку Штабанаташканан Уйта Республика и Факатор Канзан Агуштина Дабараканан. Я бы хотел поблагодарить Юрия Петровича за сегодняшний приезд в республику, за всемирную поддержку нашей республики, ну и за достойную оценку планируемого курорта Мамисон. Это значит, что проект будет реализован, и все сейчас зависит от самой республики для того, чтобы этот проект продвигать. А он важен для всей республики и, скорее всего, и для всей страны тоже. А то, что касается нашей республики, то это дополнительное большое количество рабочих мест. И не только рабочих мест, но и возможности сельхозпроизводителей обеспечивать завтра этот курорт продуктами, которые они производят и будут еще производить. И, конечно же, привлечение в республику дополнительного количества туристов. Все это в комплексе, мы надеемся, даст дополнительные доходы в бюджет республики и возможности дальнейшего социально-экономического развития нашей республики. Хисавады шардара хадива Юрий Трутнев шарышта амбурцагат и решту на социалон экономику он райрышта фадыл. Арнахашко той ахшча куттактыл. Премьер Кутбафи пайта автомай республика экономику он авар фасуды та коронавирусы ниже ахошай баштай и на субъекта хужан. Уйхыгд республика и бирак абаштан иш райрышта хорш фадатта амагананта. Удонахшан каун хазарат ама туризм. Жагам каун хазарадык абажасы проектам гашка кушинс. Удона ниш хорш экономикон баракананта. Здесь ситуация такая, на мой взгляд, слегка парадоксальная, потому что все, с кем я говорил, из людей, которые создают свои сады, занимаются сельским хозяйством, все называли уровни рентабельности и здесь, и у соседей, которые, в общем, сегодня почти ни в каких секторах экономики не бывают. Тогда возникает вопрос, почему у нас еще весь Северный Кавказ не в садах, почему он не цветет? Значит, мы что-то делаем неправильно. Значит, где-то с механизмами поддержки людей, которые этим готовы заниматься, что-то не отработано. Мы с Вячеславом Зеленхановичем говорили об этом. Он называл как одну из причин недостаток земель. Значительное количество земель здесь находится в федеральной собственности. Мы договорились, что в Москве проведем совещание, пригласим тех, кто, скажем, эту землю за собой держит, но не использует, потому что здесь есть такая генеральная линия, которую президент Российской Федерации определил, что земля должна использоваться. Если люди не используют землю, значит, они должны ее отдать. Вторая причина – это отсутствие системных инструментов финансовой поддержки. Нам надо создать инструмент, которым сможет воспользоваться каждый, кто хочет работать. То есть этот инструмент должен нести поддержку тысячам людей, а не десяткам и даже не сотням.
Шармагонда Юрий Трутнев Ергом аждахта орашей президент Владимир Путинов азахшта аххаштканын маудон баш тудышты бешлана социалон инфраструктурой райрашты куттагима. Амбырдыхатсак намгашка вице-премьер орашей экономикон райрашты министрадан бахашкута фазахшта кудахашт консаунс ума аркашин. Обсуждался еще целый ряд вопросов, связанных с выполнением поручений президента Российской Федерации по социально-экономическому развитию, по новым строительным объектам в Беслане. Я попросил Минэкономразвития проанализировать исполнение поручений. Там, где они не выполнены, мы, так скажем, взбодрим ведомство, потому что поручение президента России надо выполнять. Республика Шарглавак Битарт Вячеслав Фанышанко та национ проектов Алгатысагат Ирыштоны Бира Фарштаты Каяю Варшкоттой уй. Удонықшан региона социалон экономика ирайрышт. Уйма орышы хисавадын бұжнық жақта программаты ахаштканынма ахошы тұхай. Айларты Эмилия Албегаты Генриетті Хуаш Сауталина Каджат Александр Ирыштоны хабыртты.